Воспользовавшись перерывом в чемпионате после матча со столичным ЦСКА, футбольный клуб «Краснодар» получил 3 выходных дня. Сегодня вся команда, за исключением 6 игроков Александра Фельцова, Сергея Петрова, Игоря Ломбарского, Александра Мартыновича, Владимира Комана и Нукри Ревишвили, которые отправились выступать за сборные, собрались на учебно-тренировочной базе «Читук». В расписании сегодняшнего дня значилось только одно занятие, которое прошло во второй половине дня. Вся тренировка, которая прошла на поле, включала в себя чередование бега и работу с мячом. Завершили горожане свой первый рабочий день после небольших каникул двусторонним матчем на сближенных воротах. В ближайшие 2 дня команду ждут тренировочные будни, а в воскресенье подопечные Слава Любомуслина проведут контрольный матч против молодежного состава футбольного клуба «Краснодар».